Самару привезли почитаемые православные святыни, мощи Киприана и Устинии Матроны Московской. До конца марта они будут находиться в храме при областной больнице Калинина. Что вполне логично, именно к этим святым верующие обращаются с просьбой об исцелении. Анна Смирнова подробнее. Божественной литургии и важный церковный обряд – помазание. Очередь из прихожан выстроилась еще ранним утром. В Самару прибыли святыни из сочинского храма великомученика Пантелеймона, мощи святых Киприана и Устинии и частичка мощей святой Матроны. Дело в том, что для нашего больничного храма это очередная такая радость в посту в великом, потому что, как обычно, всегда в Великий пост обостряются духовные проблемы у всех православных христиан, увеличивается количество искушений, увеличивается количество болезней. Не случайно святыни привезли именно в храм при областной больнице Калинина. Именно Матроне верующие молятся об исцелении. Считается, что она помогает вернуть здоровье и решить семейные неурядицы. Медицина – это профессия от Бога, и тоже к нему надо быть готовым. Надо морально очищать себя, духовно. Мне кажется, это придает очень большую силу, потому что это очень тяжелая работа и морально, и физически, особенно морально, потому что изнашивается очень сильно. Мощи Киприана и Устинии по преданию защищают от колдовства и чародейства. В Самаре святыни пробудут до 30 марта. Анна Смирнова, Александр Каракулько, новости губернии.